Зареченские школьники получили возможность познакомиться с профессией военного артиллериста. На встречу с нашими 11-классниками из Санкт-Петербурга приехали преподаватели Михайловской артиллерийской академии. Мы прибыли для того, чтобы познакомить непосредственно с нашим вузом. Мы выпускаем специалистов. Во-первых, это специалисты именно для нашего рода войск, ракетных войск и артиллерии. Ну и, конечно же, как и высшее образовательное учебное учреждение, да, представляется высшее образование гражданской направленности. Это специалист с дипломом инженер. Беседа с представителями Михайловской военной академии стала началом серии встреч зареченских старшеклассников с сотрудниками высших военных учебных заведений страны. Такие выездные дни открытых дверей подготовил муниципальный отдел военного комиссариата Пензенской области по городу Заречному. Сделано это по просьбам горожан и по поручению главы городской администрации. Уже на следующей неделе в Заречный прибудет делегация из Сызрани. Получил подтверждение из Сызрани, с авиационного училища летчикам, что они тоже готовы к нам приехать. И что самое интересное, и что самое главное, они привезут в наш город учащихся курсантов Академии, наших земляков. То есть непосредственно наши старшеклассники могут задать вопросы курсантам, которые обучаются в этом учебном заведении. Такие же встречи пройдут с представителями военных академий, расположенных в Твери, Серпухове. Уже сейчас 20 зареченских 11-классников изъявили желание обучаться в высших военных учебных заведениях. Дмитрий Балясников, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».